Синдром слабости синусового узла. Синдром слабости синусового узла – это заболевание, которое характеризуется повреждением синусового узла, что ведет к нарушению функционирования водителя ритма сердца. По этой причине возникают различные аритмии. Чаще всего синдром слабости синусового узла встречается у пожилых людей. Иногда заболевание встречается и у детей. Причины возникновения. Существует ряд внутренних и внешних факторов, способствующих развитию синдрома слабости синусового узла. К внутренним факторам относятся замещение клеток синусового узла клетками соединительной ткани с дальнейшим кольцом и назом в области синусового узла. Как правило, встречается у пожилых лиц. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз, травмы сердца при проведении хирургических операций, воспалительные заболевания сердечной мышцы, поражение сердечной мышцы, вызванные аутоиммунными заболеваниями, поражение сердца, возникающее при опухолевых заболеваниях и амилоидозе, артериальная гипертензия, поражение сердечной мышцы при заболеваниях обмена веществ. К внешним факторам, способствующим развитию синдрома слабости синусового узла, относятся чрезмерное воздействие парасимпатической нервной системы на синусовый узел. Данное явление может возникать вследствие индивидуальной высокой чувствительности рецепторов, повышенного внутричерепного давления или субарахноидального кровоизлияния, нарушение электролитного состава крови, прием высоких доз некоторых препаратов. Симптомы. Основными симптомами синдрома слабости синусового узла являются головокружение, спутанность сознания, пошатывание, потемнение в глазах, предобморочное состояние, обморок, утомляемость, постоянная слабость и низкая работоспособность, потеря сознания, сопровождаемая судорогами, провалы в памяти, беспокойство, неадекватное поведение, редкий пульс, который сменяется учащенным сердцебиением. Виды заболевания. Данное заболевание не подлежит классификации. Диагностика. При синдроме слабости синусового узла включают в себя анализ жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания, анализ анамнеза жизни больного, физикальный осмотр пациента, осмотр кожных покровов, выслушивание сердца, легких, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, определение гормонального профиля, электрокардиография, суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру, эхокардиография, проведение нагрузочного теста, через пищеводное электрофизиологическое исследование, ортостатическая проба, проведение фармакологических проб, массаж каротидного синуса. Действие пациента. При обнаружении у себя вышеописанных симптомов необходимо обратиться к врачу-кардиологу. Лечение. Синдрома слабости синусового узла необходимо с устранения основного заболевания. При ишемической болезни сердца необходимы терапевтические мероприятия, направленные на восстановление кровотока в сосудах сердца. В настоящее время основным методом лечения синдрома слабости синусового узла является установка электрокардиостимулятора. Осложнения. При синдроме слабости синусового узла возможно развитие следующих осложнений: острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению тканей мозга, закупорка сосудов тромбами, в дальнейшем оторвавшиеся тромбы могут закупоривать сосуды конечностей и разных органов, сердечная недостаточность, которая развивается при длительном течении заболевания, внезапная смерть больного. Профилактика. Основными профилактическими мерами в отношении синдрома слабости синусового узла являются отказ от вредных привычек, здоровое питание, регулярные физические нагрузки, избегание стрессов и психоэмоциональных нагрузок, контроль массы тела, контроль уровня глюкозы в крови, отказ от бесконтрольного применения медикаментозных средств.